хорошего, назад отправляют. Я говорю, тебе куда назад, нахуй? Тебе только зашили, блядь, неделю назад ногу, эту дырку. В общем, так. А так тишина. Ну, слухи идут, и причем с разных источников, что полная мобилизация будет. Вот такая хуйня. То ли перед Новым годом, то ли после сразу. И типа, блядь, будем наступать, там, что-то такое вот. Короче, ждем наступления оттуда, и сами будем наступать. Вот все, что слышно. Ну, здесь тоже, этот генерал, который ходит. Типа, давайте, сначала окопаетесь, а потом в атаку пойдем, ты такой умный, блядь. Ну, сам пускай идет в атаку, да? Ой, блядь. Ну, слух был, что должны были вас сменить, эти резервы, которые стоят, блядь, наши. Ну, походу, не хуй. Астраханцы, видишь, сего, блядь, нахуй. Рота одна готова, 30 человек, блядь. А остальные, не короче, бухают, их там, ебать, местные потравили, ебать, да заебли нахуй всех. Да и, ебать, нам надо было так же хуй забивать, как они изначально, ебать. Да вот именно, блядь. Мы себя проявили, показали то, что, ебать, нахуй, воины света, ебать. Первый генерал, когда пришел, он вообще охуел, тоже здесь мобики стоят. А что, думали, там контрактники? Где, говорит, у вас позиция спецназа, ебать, а не вот. Где мы стоим, где спецназ должен быть, ебать. Он так смотрит на Валеру, говорит, а ты контрактник? Нет. На второго, ты контрактник? Нет. А Шхабат стоит наш, говорит, они все, говорит, мобики. И он охуел? Здесь, ебать, должно такая хуйня стоять, то урод, ебать. И фотоловушки, ебать, и ПВО, и вся хуйня у нас должна быть, ебать. А у нас ни хуйня, кроме лопаты, ничего нету, ебать. Ебаница, блядь. Вот это пиздец, ни снайперов, нахуй, ни хуйня ничего, да? Снайперов тоже нету, как обычно же, блядь. Получается, мы самые первые стоим ближе к хохлам. Ну, седьмая рота, да, все? Нет, именно наш взвод валовский, ебать. А малыш от нас, да, где-то... Нас? Восемь. Восемь даже? И всем похуй, да? Да. Пи***ц, знаешь, что надо сделать? На х***ться, ебать, просто и прям х***ть добить, ебать. Это реально издевательство уже, блядь, полное, ебать. Мы не будем эту позицию удерживать. Ну, понятно. А каким х***ом ее удерживать? Кто ее будет удерживать? 8 человек, блядь. Вот это прям подстава, нахуй. Я хотя бы что там, не могу усилить ее как-то, блядь, чем-то, кем-то, хотя бы пос... Нету народа, нету. Нету. Подожди, ну, с батальона сколько народу сейчас? 3 роты так же? Блядь, у нас здесь где-то человек 50 в батальоне. Охуеть. А там 400. Да? Это... Ну, какие нахуй штурмы, блядь, подпишись. Знаешь, что самое интересное, генерал говорит, они увидят то, что мы в атаку пойдем. Бегут, ебать. Ну да, ебать. Ага. Братан, даже не вздумайте на штурм идти. Нахуй это надо. Нет, там... нет. 113-ю отдали. Отдали? Да, и 112-ю. Ебать. Что ж там за пи***ца стоят-то, блядь? Ахмат был. Знаешь, как получилось? Как мы пришли просто на 113-ю и заселились. Там никого не было. А со 112-ю сами убежали, видимо? Нет, так же вроде никого не было. Говорили, что тоже слушок мы сегодня вчера, что типа по телеку пи***ть, да пи***ть, а на самом деле там наши тоже отступили назад, ебать. Ну, где-то по фронту, блядь, хуй знает. Ну, пожалуйста, наши позиции отдали, ебаный в рот, блядь. Да, я мою кровь проливали, нахуй.